Всем привет, ребята! Пью кофе, поднимаюсь в гору, точнее не в гору, а в холм. В холм Алмецкий. Значит, сегодня 7 февраля. И мы идем. Я и коровы. Здорово. Понял, не дурак. Уходим. С телятами корова. На таких горных, холмистых вершинах. Вижу уже ящерицу. Ребята, 7 февраля. 7 февраля. Учеба идет отлично, замечательно, превосходно. Было несколько дней, что я не хотел учиться и не учился. Помните, я говорил, что у меня появлялись мысли, типа, а зачем все это надо? Ну, это обычно, когда ты немножко не поучишься, допустим, 2 дня, уже лень возвращаться назад. Вот, но прошел уже достаточно очень много материала, и в один момент я такой просто оглянулся назад, сколько всего уже пройдено, и подумал, что, ну, все, бросить уже невозможно. Что-то такие мысли были. Но это кратковременные такие мысли, поэтому я очень быстро от этого отошел и дальше принялся за учебу. Все четко, все круто. За мной вот на великах едут ребята. Я привез из Лос-Анджелеса сюда в Сан-Хосе свой велосипед. Значит, была у меня без камер жидкостью внутри колеса, называется tubeless. Вчера сам пытался установить, что-то не получилось, перекачал еще колесо, и потом взорвалось, и вся жидкость по всей квартире была. Ну, в общем, кто понял, тот понял. Учеба продолжается. Очень много чего было закончено. Заканчиваю уже изучение датабаз. Очень сложный урок был по датабазам. Но еще он идет. Я немного сонный сейчас. 8 утра. Урок этот еще продолжается. И уже начал делать потихоньку резюме. Сейчас закончу датабазы и уже буду налегать на резюме. А резюме тоже там потихонечку. Ну, не быстро создается. Нужно сделать правильно, конкурентоспособное резюме. Вот, ну и думаю, что февраль сейчас закончится, и думаю, уже к концу марта нужно будет выходить на рынок. Ну как выходить? Загрузить резюме на сайты, вот, пусть оно начнет там все это работать, обновляться,
тоже занимает этот процесс, пока твои аккаунты с резюме немножко, ну, с нуля начнутся просматриваться рекрутерами и начнут немножко как бы в поиске подниматься, тоже может на это месяц уйдет. Ну, без понятия вообще. Первый раз в первый класс, короче, как получится. Идем вперед, только вперед. Все, ребята, всем пока.